Они там сидят, неохота им. Там тепло у них. Хотя они любят тоже в снегу купаться. О, столпились. О, полетели. Домоседы. Красавцы. О, столпились. О, красота какая! У злых людей голуби не водятся. Это вот одно общее правило. Вот они у меня такие. Вот, а тут немного сейчас. Вон наверху-то сидят. 24 осталось. А раньше я пускал примерно по 75 было. Да учитывая, у меня 3 голубятни было. Это ой-ой-ой. Тонны полторы зерна, это даже делать нечего. А какая польза? Никакой. Польза от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Вон они где пошли. Вот, о, залез прямо вот в снег. А почему не вылетели? А там темновато. А они не любят темноты. Они в темноте не видят. Вон они сколько. Со снегом слились. Некоторые сейчас уже с желтыми хвостами. Я их всех оставляю. Вон они. Провалился. Вообще погрузился. Прямо упал в снег-то и сидит. Ну да. Он там может застрять. Что-то одна он сидит, не клюет ничего. Вот так. Ну что? С той кучей что-то будем делать? Сейчас уголь привезут скоро. Уголь нам сегодня? Да. Ну все, заканчиваем тогда, давай, подготовить надо. Гули, 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 но они сейчас не летят, потому что я их гонял там. Вот они где, ой. Сейчас я их подкорну. А вот этот лагерь там все слетели, нет? А тут так и сидит там. Это больной, наверное. Вон они сели на конек. Не поднялся? Поднялся. Поднялся. Вон они пошли. Они вон попрятались от них, ты нахилась.
снега-то летят, их и не видать. Вон она где, вон. Он коричневый какой, посмотри, где летит. Вон он полетел в сторону. Очень породистый. Видишь, наблюдай за ним, будет нет крутиться. Я их не гоняю, они качество все потеряли. Вот это дикари, я их приручил, два черных. Вот они. Они тут и живут. А тот полетел вот куда. Разогнал я их. Все. А другие вон спрятались, вон, на коньке. На коньке? Ну, пускай. Вот они. Голуби. Это не просто так. Вот они. Так. Дальше я был, когда много их, они такую карусель заводят. Вон они. А, вон тот хорошо сзади с коричневым хвостом кульбит делает. Ну вот, дал Господь мне эту радость. При этой погоде они могут отлететь и не найти места обратно. Но ничего. Бывает и потеря такая. А бывает, ко мне потерянные прилетают. Вот они. Раньше я каждый день гонял. И ребятишки гоняли, помогали, в деревне были. А эти летают неустанно. Вот два. Дикари совершенные. Приручил их, они живут. Они у меня разучились кувыркаться. А то вот так вот идет и вот так. Снизу и точно так же они. Несколько раз. Даже там я стою, и там успевали перевернуться. Он называет там их всякие турманы, бойные. И они очень раздираются. Наверное, ни одной птицы нет столько пород искусственно выведенных, как голуби. Но они слабые. Им там уколы делают, это рыбий жир. А мои-то крепкие, они на улице спят. 40 градусов мороза, им ничего нет. Главное, вон они где сели-то, на той стороне, на этот дом, на дом-то. Да-да-да, я видел. На тот, вон они где. А я думал, у трубы только. Ну все, пойдем. Я доволен. Идем. Синичка летела. Они мои голеньки сидят. С этой стороны хорошо видать. Даже выше, вот с моей стороны, вот оттуда попробуй-ка захватить такие красавцы. Подальше отступись. О, сели. Трубы-то теплые. Вот это вот надо прибить его. Над тобой-то сидят вон, гляди как. Вот это вот, смотри, ручка-то ходит. Я ее прибивал уже. А что, оторвалась? Нет, они гвозди ломают, саморезы тоже. А вот такую нельзя? Давление постоянно идет на них. А тут можно такие маленькие прикрутить вот сюда вот. Две. И все, она не будет давать ей. Не знаю. Ну ничего. Уже было сделано неоднократно. Чтобы не потерять. На стол положи тогда. Ну все, слава богу, за все.